Здравия желаю, уважаемые посетители и подписчики. Значит, что сегодня? Проводим эксперимент. Вот с этим. Пока нет батареи, значит, проводим эксперименты. Подключаем вот этот мотор через этот, значит, выпрямитель 12 вольт. Так. Подключаем напрямую. Пошел, да? Пошел. Потребление, значит, 9 ватт. Вот это вот. Дальше. Выключаем. Включаем реле. 0,1 секунды. 0,4. Подключаем. Не идет, не идет. Видите, опять пошло. То есть по длине он работает в 5 раз больше. Вот эту схему используем не как генератор. Как генератор надо использовать на больших скоростях. А эту схему мы можем использовать для работы там электровелосипеда, электроавтомобиля. Конечно, увеличив моторы. То есть у нас получается 9 тратим, а работы совершается в 5 раз больше. То есть как на 45. Как будто бы мы затратили 45. При этом у нас ничего не снижается. Там я применял ионисторы, здесь ничего не применяем. А отсюда мы всегда возьмем, нам всего надо 9 вольт. Понимаете? Всегда вот эта штука, генератор, даст 9 вольт. К этой, значит, какой-то, значит, вот ремень или что-то такое приспособить. Конечно, увеличив в размерах, это нужно будет размеры раз в 10 больше. Соответственно, вот этот мотор и вот этот по мощности в 10 раз больше. И уже ставить на электровелосипед. Ну, это само собой здесь, допустим, 50 ватт на 12, надо будет 500 ватт, такое же устройство точно так же сделать. Тут за счет того, что здесь есть конденсаторы, вот, есть диод, обратная энергия, значит, не теряется, даже это самое, а накапливается и выдается назад. То есть трата та же самая, но по длине он работает в 5 раз длиннее. То есть КПД получается 45 на 9. КПД получается у нас 500%. Вот, видите, вот, еще раз покажу. Вот, значит, 1 к 5 он работает. Выключаю реле. То же самое. Снова включаем реле. Никаких изменений, видите? Вот вам, значит, эта система не для генерации тока, она, как вот меня спрашивали, автомобили, электровелосипеды, только это надо все увеличивать в размерах. Вот. Мощнее, конечно. Такая штука, это где-то на какую-нибудь детскую игрушку, там, на какой-нибудь детский самокат пойдет только. Вот такие новости, то есть эксперименты продолжаются. Скоро, надеюсь, поступят. Батарея заказал, все-таки 50 штук, я вчера говорил, ящик. Поступят батарейки, и, возможно, будем запускать уже в автономном режиме. Всем большое спасибо за внимание. Желаю, значит, всем процветания и удачи. А также, самое главное, железного здоровья и уверенности в своих силах. И мы победим.